Друзья, всем привет. Кум, ты куда пошел? Иди поздоровайся, по тебе все уже соскучились. О, все, поздоровался. Ну что, у нас второй день. Ты просто микрофон не дал. Без микрофона будешь. У нас второй день наступил. Ночная рыбалка нам принесла всего одного карпика. Потом покажу. Ну, а мне нужно приготовить завтрак. И на завтрак у нас сегодня будет обалденная яичница. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Ну, а яишенка у нас будет сегодня вкусная. Будем делать на охотничьих колбасках. Копченая грудинка, вот такая мясная. Помидоры черри, сладкий перец. Сырок потрем. Из приправ будет черный молотый перец, соль. Добавим соевый соус. Ну что, для начала подготовим все наши ингредиенты. Друзья, ну вот наш уловчик. За двое суток клёва не было, поймали всего одного. Сейчас пожарим его на садже. Ну что, все наши ингредиенты готовы. Перемещаемся к саджу. Ну что, наливаем растительное масло немножко и первым делом отправляем лучок. Лучок обжарился 3 минуты, отправляем сюда перец. Прошло еще 3 минуты и отправляем сюда наши копчености. Копченая грудинка и охотничьи колбаски. Итак, колбаски наши обжарились. Отправляем сюда помидорки черри. Вот такая обалденная начинка для нашей богатырской яишенки. На свежем воздухе. Отправляем еще один ароматный ингредиент, чесночок. И обжарим буквально пару минут. Добавим немножко перца. Ну, с ветром не очень это получается. Весь перец уходит в траву. И сразу немного посолим. Все, пришло время отправлять сюда наши яйца. Сразу нужно яйца тоже подсолить и попробовать добавить перца с ветром. Накрываем крышкой и на медленном огне будем жарить. Прошло минут 10, самое время отправить сырок. Обильно засыпаем сыром нашу яишенку. Я такой первый раз вижу, не тот же не ел. О, все когда-то бывает в первый раз, кум. Давай, закрывай. И продолжаем жарить яичницу. Добавляем последний ингредиент. Зеленушку, укроп и лук. Ну что, момент дегустации наступает. Сегодня я не один, поэтому мнение одного кума второму. Пробуем. Ай, шкварчит, как хорошо. Конечно, нужно. Да. Один только минус есть. Какой? Вишенка шикарная. Минус? Ага.
проблема в том, что нам сегодня домой ехать, мы за рулем. Мы не можем к этому делу добавить пенечку. На сухую, да, рыбалка сегодня заканчивается. Но для рыбалки, для природы, для вылазки завтрак просто обалденный. Поэтому обязательно, друзья, пробуйте такой рецепт. Если понравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. О!